В США новые демонстрации против произвола полиции. На этот раз в Калифорнии. На улицы вышли сотни людей. Они скандировали речевки, блокировали дороги, мешая проезду автомобилей. Протесты вызвал очередной случай гибели афроамериканца от рук стражей порядка. Во вторник патруль получил вызов. Якобы мужчина вел себя неадекватно. По версии полиции, он отказался подчиняться приказам, а затем направил в их сторону предмет, похожий на пистолет. Прозвучали выстрелы. Мужчина, который оказался беженцем из Уганды, скончался в больнице. Очевидцы утверждают, у погибшего не было оружия. Он поднял руки, как ему приказали. Местные СМИ также сообщили, что он страдал психическим расстройством. Полиция начала расследование. А между тем, только недавно удалось взять под контроль ситуацию в городе Шарлотт в Северной Каролине. Там протесты после убийства афроамериканца правоохранителям переросли в массовые беспорядки и ожесточенные столкновения. Пришлось даже выводить комендантский час.